Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, мы продолжаем проходить Dishonored. А все знаете почему? Потому что холодно в лесу, сука, это не песня, это шедевр. Один подписчик недавно в группу... Что так тормозит? Не тормозит. Один подписчик недавно в группу скинул мне эту песню, и все, Купленов пропал, потому что это пиздец. Холодно в лесу, я сижу и тусю уже. Седьмую неделю, блять, по нее. Это реально охуенная песня. Это просто огонь. И так, как вы заметили, я буду теперь играть на клавиатуре. Потому что стало удобней. В пизду мне эти джойстики. Оставим их на платформеры и на какие-нибудь слэшеры или что-нибудь типа того еще будем проходить. Оставим их туда. А здесь реально удобней на мышке играть. Не знаю, я непривычно, я еще не настолько... Холодно в лесу, не настолько я еще охуенный игрок. Как сюда залезть? О, сам даже нагибается. Не настолько я еще геймпадный консольщик, чтобы играть на джойстиках, поэтому нахуй. Че там в скважине у нас? Нет тут никого. И вы писали мне, играй стелсом, так интересней. Убивай, конечно, но играй стелсом, так интересней. Че там? Поэтому будем с вами играть стелсом, но будем всех подряд убивать. Инструкция кабинета... Зачем я сюда залез тогда? Не знаю. Да, кстати, амулетов? Вот. Подождите, нет, умение. Нам надо с вами прокачать, короче, перенос и зрение. Зрение, чтобы оно было у меня вообще нормальным. Во! Да. Потому что зрение очень плохо работает. А тут есть третий уровень у него? Подожди. Как это промотать-то? А, во. Не, все, отлично, у нас с вами последний уровень зрения, это на самом деле хорошо. И да, по поводу записок, я буду ставить просто... Ставьте на паузу, короче говоря, я буду говорить паузу, вы ставите на паузу и читайте. Если будет две страницы, я говорю пауза, потом отпускаем паузу и еще раз паузу, и тогда мы... На псарню? Давайте на псарню пойдем. И тогда мы продолжаем читать вторую страницу, потому что очень долгое чтение, оно действительно... Сегодня по странам не смотри, мой мальчик, говорят, по округе бродят злые люди. А почему? Воу! Нихуя себе шавочка! Вот это да! Спокойненько. Эту шавочку надо как-то завалить. Опа! Хорош! Воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо! Шавка-шавка-шавка-шавка! Ха-ха-ха! Сучка, не поймаешь меня! Не ожидала, да? А я пропал. Ну чё ты, чё ты, чё ты там вынюхиваешь? Тебе пиздец, подруга. Вот так-то. Хорошо. Да, еще нам... Еще нам надо с вами прокачать скилл. Скилл, чтобы крысы жрали трупы, чтобы нас с вами не палили. Мы его прокачаем, как только найдем еще парочку рун. Сердечко где у меня? Нет, это глаз. Сердечко. Здесь у нас ничего нет, походу, поблизости. Чё у нас по охранникам? Собачка на меня смотрит. Там какие-то дохлые... Так, кокошата лежат. О, это колбас... Нихера себе, смотри, собак колбасой кормит. Я так не жру. Вы чё? Вы чё так тратите вообще на собак всю эту херню? А чё такое зелёненькое чё-то? Эй-эй-эй, псинка, осторожнее. Тут чё-то ещё есть полезного. Ну давайте, будем лучше пользоваться зрением. Кодовый за... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, а... Нет-нет-нет-нет, возьми мне вот эту. Пизда мне, уйди! Ай, сука, давай бей меня. Эй, ты что, слышь? Мы вообще-то договорились на ножах. Карта на ножах, чувак, какой пистолет? О, я пуль подобрал. У меня тоже может быть пистолет? Замечательно. Тут какой-то нужен кодовый зам... Ай, подождите, кто-то писал в комментариях, по-моему, 258, насколько я помню. Или 298... Но кто-то мне что-то писал в комментариях. Говорит, следующий будет пароль 258. Да? Хуй, значит 298. Но то, что там была двойка и девятка, это я помню. Нет, я этого не помню. Значит, нам туда не попасть с вами, ребятушки. Будем продолжать бить собак. Так, чувак, ты выживу тут у меня? Открывай... А, рычагом все открывается. Так, где у нас рычаги? Рычаги где у нас? Вот они. Так, а эти рычажки, они же должны открыть еще до кучи собачек. Собачки, я, конечно, понимаю, друзья человека, там, все эти дела, но они в данном конкретном случае просто нам харю разорвут и жопу расцарапают. А это плохо. Это плохо и больно. Тем более наш главный герой не хочет это чувствовать на себе. Тайник, прочитать.
Я забрал наше сокровище и спрятал его. Вспомнил мне раз запретов, чтобы открыть дверь. Лживый язык, блуждающий взор, рассеянный ум. Лживый язык, блуждающий взор, рассеянный ум. Да, и берись, крыс. Лживый язык, блуждающий взор, рассеянный ум. Охуеть. Колбаска. Так, тихо, кто-то идет. Опа! Тихо, 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 тихо. Блять, какой ты жирный! До свидания. Он очень толстый, не пролазит в двери. Да может тут написано? Так, оставшиеся должны 3 месяца. Так, пауза у нас. Пауза у нас закончена. Дальше. Все, продолжаем. Я... Мне что-то сегодня прям не в настроении читать, поэтому я читать не буду. Читайте только вы. А потом... Фу ты, ребятки прибежали. А потом вы мне расскажете, что же было интересного и что я пропустил. Открой. Главное, чтобы на меня крысы не навалили. Пойдемте открывать, короче, и, блядь, я их боюсь. Пойдемте открывать... Да и... Тихо, вот этот. Пойдемте открывать собак. А, Б, С. Что он открывает? Оп, спокойненько. Эту шавочку мы режем. Хорошо, она вообще... Она ни о чем, но я как... Они не боятся меня, да? Точнее, мне их бояться не стоит. Иди сюда. Иди сюда. Чего, блядь? Ёбаный школьник, чего? Только можешь там в интернетах все орать. Иди сюда, на реальную жизнь, давай. Сучонок. Спасибо. Откройте. Я не хотел сам себя запирать, я же не дурачок. Так, как ее убить? Ах, не дошло. Ах, не доходит. Сука. Спряталась, спряталась. Ну, давай. Иди сюда. Окейушки. Ни о чем собачка. Собачки, короче, ни о чем у нас здесь с вами. Убиваются на раз просто с одного ударчика. А почему нет? Они же всего лишь голодные. Че я сейчас открыл? Я же что-то сейчас открыл? А, ну вот. Действительно. Она уже кого-то жрет, ты посмотри. Ах, я путаю. Ех, блядь! Нихера себе! Только... Эй! Слышь, у тебя прививки-то есть там, подруга? Смотри, что творит. РТ. Как хорошо, когда рядом все эти снадобья у нас есть. Я не знал, что такая опасная. Я вам прям на полном серьезе это заявляю. Я думал, они какие-то слабенькие, неоткормленные, там какой-то этот вон. Ну как открыть-то? Так, где у нас зрение наше тайное? Вот рычаг. Открывается рычагом другом. Ах, вот. Вот же ж они. Ой. Как это я? Так, я что-то не то открыл, подожди. Аккуратненько. Какую дверь я открыл сейчас? Кис-кис-кис, собачки. Кис-кис-кис. Идите ко мне. А нахера мне вообще открывать рычаги, если я могу залезть просто так в камеру? Кто-нибудь знает, нет? Обжора заболел. Я отправляюсь за лекарством и прошу ни в коем случае не открывать клетку. Плюс злобный и лютый. Не хватало еще, чтобы он бросился на смотрителей. Прохождение под стелсу подразумевает открытие этой клетки, судя по всему, чтобы этот пес набросился на остальных, а мы пока в это время втихаря пошли бы дальше. Но нет, мы с вами не такие внимательные, не такие мы с вами уж стелсачи. Что такое? Опа, хорошо. Не такие уж мы с вами стелсачи, чтобы все это заранее замечать. Так, чувак, ты у меня тут жив, нет? Он мне тут оставил денежек немного, ну спасибо. Наследство. Как бы это, скорее всего, даже у нотариуса все это прописано. Выживший? Чувак, ты выживший? Как-то ты хуёво выживаешь, чувак. Тебе в DZ попрактиковаться надо подольше, раз ты выживший считаешься. Так, смотрите. Лживый язык, блуждающий взор, рассеянный ум, 217. 217, а вы говорите... 298, 298, 217 пароль, ребят, зачем мне обманывать? Хотя, может, я просто дурак. 217. Ну, с двойкой я угадал.
Собачка. Блять, не попал! А! Успел. Почему я не смог подлететь к ней полностью? Я думал, я долечу. Ну и что у нас тут хорошенько? Ух, блядь, нет, это как тебя, крысы, 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 тихо. Ух, ебать, уйдите. Все. Так, кошель, монтажный инструмент, хавчик, зелье, пойло, шприцы, дротики, здесь... Почему ты не хочешь поднимать? А, нельзя больше взять боеприпасов усыпляющих дротиков? У меня полный боекомплект усыпляющих дротиков. Я могу просто сейчас всех усыпить. Я буду этим. Нейропластическим хирургом, который спи... Ой, нет, это я экстремист. Блять, какие экстремисты, говорю? Как их называют? Гипнотизёры же! Ну что? Куплинов. Совсем ты старый стал. Забываешь слова. Просто самые наипростейшие слова. Не забываешь только жрать. Ну, естественно, в твои-то годы только и остается пердеть в простынь, дожрать яблоки. Ну, хорошо, что это такое? В кабинет 4 метра. В канцелярию, естественно. А что, мне не зайти в канцелярию-то? Канцелярия Верховного Смотрителя. Не забывайте сохранять игру. Так она же сама сохраняется. Или я что-то не знаю. Оп, аккуратненько. Вот эта херня что-то мне подсказывает сейчас со мной сделать. Либо это камера, либо надо посмотреть в глазок, в зрачок. Я что-то это... Какой кабинет? Мне надо инструкцию по клеймению забрать. Где-то рядом есть руна или костяной амулет. Где? Ага, руну вижу. Еще одну руну вижу. Тут две руны. Ты посмотри, как их много. Так, я ее вижу, нет? Так, вот она лежит. Хорошо, это мы пока... Это мы пока с вами уберем сейчас аккуратненько. Зрение. Где наше зрение? Тут что есть? Картину! Картину можно упереть? Внезапно, нахуй. Это называется внезапно. А зачем я отключил музыку? Я сейчас немножко вызову, наверное, панику у местных ребят. Они скажут, а кто выключил музыку? Пауза. Еще одна пауза. Поехали дальше. Как вам? Мое лицо в то время, когда я отсчитываю время паузы, пока вы все успеете просто быстренько ее нажать и навести, например, на центр экрана. 300 золотых, нихера себе. Я напоминаю, наводить надо на центр экрана, там нету аннотаций никаких. Отлично, руна, ну бери. Чувак, не залази никуда, бери руну, я тебе сказал. Возьми руну-то, ёбаный! А, сразу бы так. Противогаз можно взять? Украшенное блюдо императоров? О, Ленин! Ебать, Владимир Ильич, ты тут откуда? Или это не он? А, у Ленина не было такой бороды, ну да ладно. Отрывок из священных текстов смотрителей. Говорю вам, братья, что мы встаем праведной силой на пути наползающей тьмы. Мы объединяемся против неведомых духов, готовых унести нас в ночь, чтобы мы больше не узрели ни своих домов, ни домов своих, ни семей. Извините, перепутал, он в стиле Йода разговаривает. И вместе мы станем кнутом пастуха, что возвращает заблудших овец, дабы не попали они в пасть чужого. И хищника заодно, хули бы нет. Наши добродетели разожгут яркий огонь, который укажет путь другим. Тем же, кто сойдет с верного пути, мы нанесем удар, дабы не стали они нашептывать ересь соседям и не наполнили их сердца тревогой и смятением. Ты понимаешь, какие бравые ребята-то? Будь прокляты, болваны из Колдриджа, которые дали Корва сбежать. Кто знает, что он теперь натворит? Хайрем или лорд регент? Как он простит его теперь? Называть... Я потерялся. Лифаки. Ой, да здесь было весело. Тёлочки. Тут была пати. Усыпляющий дротик. У меня это всё есть. А, не знаю, как действовала моя предшественница, но смею вас заверить. У меня свои правила. Если впредь одна из моих девочек попытается вас шантажировать, будьте любезны, пришлите ее в золотую кошку. Не придумайте ничего самостоятельного, мне пришлось заменить уже 3 девочек. А это сильно бьет по карману. Тяжело зарабатывать на плотских утехах в этой темной дыре. Что вы зовете городом? Мадам Пруденция. Шалавы!
В этой игре есть шалавы. Короче говоря, по этому аудиографу говорят, что зря вы отпустили Кору, он всех вас убьет, вам будет всем пиздец. Зачем я сюда пришел? Только из-за секреточек? Что ты набрал? Здесь вылезти никак нельзя с этого шатра. Что это за траходром? Что это за приют для блядства и разврата? Я бы хотел здесь оказаться в лучшие времена, но сейчас здесь никого нет. Поэтому мы возвращаемся. Это что, ковер, палас? Нам зайти сюда нельзя? Что у нас там за дверью? Где мое тайное зрение? Там никого. О, тут есть подъем, это замечательно. Где мое тайное зрение? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Смотри, стоит в дырку палит, тот еблан. Я тебе сейчас нож в глаз воткну, дружище. Тихо-тихо-тихо, это кто? Ты кто? Ох, блядь! Вот это ты... Зря, сейчас зря, чувак, зря. Давай. Да ёптую ж тебя. Чё ты прыгаешь? С ножищи только что выхватил, ты представляешь? А тут еще и ногами можно драться? Да уйди, блядь! Скотина ты... начал... Ой, зрение это не то совсем, мне пиздец. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, уйди. Так, одного выхлестнули. Блять, Эр, быстрей. Я тебе сейчас шмальну. До свидания. Блять, ты сучонок какой. Да что ж ты будешь делать-то? По-моему, проебал я немного этот уровень. Ты кто, друган? Пизду. Из-за тебя тут чуть не прорвало мне все днище. Так, ну хорошо, да, у нас тут что, кабинет нам туда? Воу-воу-воу, мы знаем, что ты здесь, чуваки. Ничего вы не знаете, забудьте, здесь никого не было. Подождите, у меня просто не прокачан пока скилл сжирания крысами ваших тел. Он так вообще не узнали, что я здесь есть, ребят. Оп, спокойненько. В присядочку. Надо куда-нибудь залезть наверх на крышу, чтобы спрыгнуть и убить его. Не та кнопка. Это так не пойдет. Так, о, что-то лежит. Че там потерял? Колбасы кусок залетел, что ли, под прилавок, чувак. Нечего там искать. Окей, все хорошо. Что-то лежит. Так, вот у нас эликсир восстановления маны. Окей. Это замечательно. Маны-то ее всегда может не хватать. О-о-о-о-о-о! Вот сейчас аккуратненько, сейчас осторожно. Чего? Откуда у тебя такой слух, чувак? Где ты купил настолько мощный слуховой аппарат? Поделись, я тоже схожу куплю. Я тебя не слышу, он меня слышит. Ты представляешь, нет? Никто ничего не видел. Наверх. Наверху-то они же меня не увидят. Тут можно куда-то залезть? О, может на люс? Нельзя сюда залезть? Ты, мать твою... Можно! Воу. Да я просто черт! Меня вообще не поймать теперь. Я буду лазить поверху. Меня даже крысы не смогут урвать. Может, еще один портрет нужно упереть? Что это? Сигналочка? Может быть, ее можно отключить? Опа, чувачок. Что ты сказал сейчас? Я убил его, нет? Блять, не та кнопка! Я здесь, вот, смотри, я сверху. Сверху я, чувак. Блять. Я попал! У меня же есть пистолет в конце-то концов. Я в него попал, вы видели? Я в него попал. А оно почему-то не отреагировало. Перенастроить. Охуенная перенастройка. Он просто провернул циферблат и все перенастроилось. Гениально. Замечательно. Просто уму просто непостижимо. Так, а у меня еще есть патроны, пистолеты, ключи от какой-то диспетчерской или депрессивской. Лечимся. Зрение где мое? Так, что у нас тут никого больше нет? А, он живых тоже отмечает. Вообще отлично.
Тихо-тихо, там мужик стоит. Так, а здесь больше мужиков нет, правильно я понимаю? Да, все отлично. А клеймо еретиков ждет тех смотрителей, которые гнусно нарушают законы Ордена, но чьи преступления заслуживают смертной казни. Разговаривать, помогать и давать приют тем, кто отмечен клеймом, запрещено. Им нет места в аббатстве и на его землях. Клеймо накладывается на лоб, прям на нахуй, дабы все видели, что этот человек грешник. Специальный химический состав мгновенно выжигает след, который остается на еретике до конца его дней. В канцелярии Верховного Смотрителя есть допросная комната, которая всегда готова к проведению ритуала. Еретика следует привязать к стулу для допросов и не выпускать, пока не будет наложено клеймо. Само клеймо должно храниться в той же комнате. А это, естественно, это само собой. Что ты там рассказываешь? Так, у нас тут есть какие-нибудь секретные там эти или еще что-нибудь? Какие-то там у него зелененькие штучки лежат! Штучки зелененькие лежат. Как мне запрыгнуть на люстру? Быстрее на люстру. Оп. Так, чувачок, повернись. Повернись, я тебя ушатаю. Everyone, everywhere. Кто угодно, где угодно. Продолжаем учить английский. Незатопленный квартал однозначно. А, здесь даже субтитры. Можно учить прям нормально. Извините, молодой человек, вы не были мне близки ни душевно, ни родству. Кошелек потерял. Какие невнимательные люди. Они теряют кошельки кругом. Как, блять, можно потерять кошелек? Я не понимаю. Так, эту картину можно сделать? Так, он тут один. Хорошо. С этим мы сейчас разберемся. Вы скажете, почему? Почему ты его пожалел? Ой, пауза. Еще пауза. Продолжаем. Вы скажете, почему? Почему ты его пожалел? Я скажу вам, я отвечу. Он читает книжки. А те, кто читают книжки, они автоматически становятся умнее, добрее, и я к ним отношусь лучше. Правда, сам я ничего не читаю, потому что читать я не могу. Поэтому я и ставлю вам на паузу в надежде того, что вы мне потом все это перескажете. Читайте. Я надеюсь, вы успеваете нажимать на паузу. Такой стиль прохождения, как бы у нас теперь будет. Сегодня я не готов я все это читать. У меня язык сегодня сух и плох. И вчерашний чаек у меня есть. Не забывайте на паузу нажимать, когда вы увидите открытый текст. А то я, возможно, забуду вам предупредить и сказать, что чувак, нажми на... Фу, какой отвратительный чай. Фу, блядь. Просто отвратный чай. Он сейчас каким-то... бергамутом, блядь, черноусом с каким-то... Такой он отвратительный стал. А лживый язык подобен искре во рту. Искра мала, но от нее может вспыхнуть пожар, дотла сжигающий целые города. Лучше не проронить ни слова за всю жизнь, чем хотя бы единожды извергнуть из себя ложь. Ибо эхом отзовутся лживые слова, и будет то эхо гласом чужого. А, чужой же, по-моему, чувак, который нам дал магию. Насколько я помню. Или он темный был. Или глупый, как его там звали? Так, нам в кабинет, нам вообще вон туда. А здесь что за дверь? Пойдемте здесь погуляем. Кабинет вообще вон там, он в другом здании, что ли? Мы же можем выглядывать. Правильно, вот так вот сесть, блядь, посредине коридора и выглядывать. Типа мы такие неприметные из коридора выглядываем. Гениально. Гениально, просто молодец. Оп, а я уже на люстре. Оп, а я уже упал. Так, а мы здесь уже были? Точно, точно. Мы же здесь отключали сигналочку, перенастраивали ее, просто перепрограммировали низкоуровневыми языками. Чисто. Никого. Sector clear. Что? Так, быстрее куда-нибудь запрыгнуть, быстрее. Не, пока сюда никто не идет. Быстренько подбираем все, что есть. Быстренько подбираем все, что... Ой, как их много, ты посмотри. Их просто здесь миллиард. Как тут много всего пораскидано, монетки. А, можем прям под столом лазить. Крыса, ее можно съесть? Нет, это больная крыса, мы ее есть не будем. Так, еще что-то забыли. Бля, сюда чуваки идут. Мне пиздец. А я ж сижу? Да, я сижу.
Ну что, сучки? Открывай, давай, давай, открывай. Я тебя вижу. С двуя-то мы справимся, я чувствую. Ай, забыл что-то. Ох ты. Руна. Хорошо. Убить верховного смотрителя Кэмпбелла. А кто из них верховный смотритель? А, вот он. Так, капитан. Так, капитан, нам, по-моему, трогать не надо. Окей, все, сейчас убьем смотрителя. Тихо, тихо, чувак, ты, я свой, еблан. Бля, ай, сука, чувак. Эй, хорош, друган, я свой. Да, блядь, дурак, я свой, сказал тебе. Спасти капитана Кардоу, как? Как я его спасу, если он шмаляет меня? Здесь я все подобрал. Так, вон у нас рунка еще, как ее взять? Все было гораздо проще, чем я думал. Ну все, че? Нажмите J. Что мы можем купить на одну руну? У нас две руны. А, вот, нам, чтобы это... призывает стаю крыс, которая откует живых людей, пожирает трупы, и крысы быстро разбегаются. Во. Блять, не хватает. Ну, хорошо, ладно. Потом. Значит, запустим все это потом. Задание на какую у нас кнопку? На G. На G. Все наш. У нас все будет наш. Цели. Найти Эмили, забрать дневник с компроматом Верховного Смотрителя. Где это находится? А, это, наверное, на нем же и находится. Действительно. Где бы это еще могло быть? А здесь никаких скриптовых хуйней не бывает, не играет. Тот, кто попадает сюда, никогда не выйдет обратно. Смотрители всегда находят доказательства вины. Так, ну рун я здесь больше не вижу. Нам пора возвращаться, правильно я понимаю? Где тут у нас возврат-то? Вниз. А, лодочник, нам к лодочнику надо вернуться. Через окошечко можно это сделать? Никто не обидится, если я выйду в окно? Я надеюсь, что нет. Тем более, что здесь все убиты, насколько я помню. Ну, действительно. Так, кто-то, по-моему, зажег сигнализацию. А чё ты не бежишь у меня? Ты так быстро бегаешь? Просто охуенчик. Он просто неимоверный бегун, я вам серьезно говорю. Так, ну напоследок, последний вот надо завалить. Чтобы ему не обидно было, а то он скажет, ну чё? Чё это опять такое? Всех убили, я опять живой. Опять мне за всех пиздюлей гребать, что мы ничего не можем сделать. И обидится на меня, представляешь? И обидится. Лодочник Сэмюэль, он здесь в подвале у меня. Возьмет чувак на меня, а я обидится. А я не хочу, чтобы на меня ходили обидчивые обидульки, потому что все это возвращается назад. Назад. Как грустно я это говорю. На задний двор, естественно. Ты помер, по-моему, чувак. Зачем мне тебя показывают? Я не хочу, чтобы мне показывали трупов на заставке. Он готов. Атакуйте противника, который потерял равновесие. Ты думаете, так просто? I know her. Out of the way. You expect preferential treatment just because you are her brother? She will burn. Ха-ха! Не за что, чувак! You appeared as if from nowhere. We would both be dead if not. Я знаю. We are forever. Я вас спас. I cannot thank you enough. I must get my sister to safety. But first, I may know of a way to thank you. Да, это правильно, давай. Safe in the bunkhouse. The combination is 203. Take what you want. Спасибо. А где этот сейф? 203. 203. Какие бараки? Где? Чувак, скажи мне, где бараки? Умение. Чего тебе не нравится? Да не надо мне это, мне нужны бараки. Сейф в бараке открывает комбинация 203. Я в курсе, а где бараки-то? Ебать, у меня денег, ты посмотри, 3256 монет. Да на них, наверное, в то время можно целый этот барак вместе с сейфом купить, потом просто его взорвать там, я не знаю. Как... Гранаты раскидали. Кругом, блядь, гранаты. Что за город? А! Тихо, там чувак. Тихо, там чувак. Оп. Слепой мудила. Что ты угукаешь, угу? Блять. Вот и не угукай больше никогда. Ах, надо было спросить у него, где барак. Ключ от заднего двора. А мне здесь уже ничего не надо, какой задний двор. Надо было все-таки, сука, я знаю, что вы опасны, не подходи ко мне.
Надо было все-таки спросить у кого-нибудь, где ключ от заднего двора. Где бараки, я имею в виду. Ребят, был бы прямой эфир, вы бы мне сказали в любом случае, где бараки, правильно? Но вы же мне не говорите, потому что нет прямого эфира. Сдохни. Ох! Ох, 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 ох! Куда, 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 куда? Куда шлифануть свое тельце, чтобы меня не заметили? Вон туда. Хорошо. Чего? Сука! Эй! Блять, откуда он шмальнул? Откуда он шмальнул? Сдохнешь там, нет уже, сука. Да что ты какой живучий, а? Так, еще собака бежит тут на меня. Не надо. Не, собачка, ты успокойся. А где второй? Блять, вот он! Вот так-то. Хедшот? Бодишот? Фудшот? Что сейчас было? Зачем мне так охуенно просто показали? Арбалетный болт, ключ, трофей. Я все подобрал. Где мой лодочник? Где мой лодочник? Или тот, кто мне пел про него? По-моему, про него кто пел? Какой-то чувак кричал, я убью тебя, лодочник. Блять, из замка было написано, что до него 14 метров. А если все уже сложить, сколько я прошел, уже получается 1500, наверное, километров я прошел. Ну, как бы иди. Спасибо. Так, как тебя завалить, чувачка-то поаккуратней? Хоп! До свидания. А почему нет здесь анимации, когда я просто прям... Ой! Какой сложный выбор. А, вот же. Вот и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вас тут много-то, ребятки! Откуда тут беретесь-то, собаки? Давай, посвисти мне еще. Они все с собой... А, нет, это без собаки. Хорошо. Так, руна, руна, руна. Мы забыли с вами про руну. Костяной амулет. Руна! Ой, как много тут всего. И все здесь, да? Отлично. Все мертвы. Отлично, все мертвы. Гранаты у нас не подбираются. Арбалетный болт нам как раз-таки в тему. Ой, как много болтов, ты посмотри. Прям как в Скайриме. Блять, прям как в Скайриме. Все отовсюду можно вытащить. У-у-у-у. Да тут просто склад с добром. Это мы все. Хорошо, что деньги можно брать бесконечно. Зачем этот ключ? Так, болты целиком. Это все целиком. Крысы. Крысы, ничего интересного. Эй-эй-эй-эй-эй! Аккуратней там. Мести... Чего? Пауза. Продолжаем. Оп. Оп. Все собрали? Нет, еще не все. В смысле? У меня есть ключ-то. Вентиль двери склада. Вентиль двери склада. А где дырка для вентиля двери склада? Дырка для вентиля двери склада, как это хорошо звучит. Наверное, где-нибудь тут? Нет? А, вот. А, это кран. Не понял ща. Ща чутка не вкурил. Шарманка смотрителя. Я не хочу играть на шарманке. Я не Басков в конце-то концов. Куда повесить? Да в пиздуте. Что тут написано? Будьте любезны, проследите, чтобы этот вентиль установили на дверь небольшого хранилища у погрузочного причала. Меня несколько месяцев донимают этой просьбой. Можно подумать, в жалостном сарае есть что-то ценное. Помните, если будете выполнять мои поручения со всем, блять, усердием, станете моим учеником. Ну, я всю жизнь мечтал прикручивать вентили на дырочки, чувак. Где к тебе записаться? Сколько стоит обучение? Ну, возьмем его потом, ладно. Воу-воу-воу-воу-воу! Чувачок, чувачок, чувачок! Чувачок пришел, подожди. Блять, сейчас спалюсь! Сейчас спалюсь, меня сейчас убьют. Меня убьют, мне пиздец. Меня убьют. Не, меня не убьют, я пошутил. А вы поверили. Чё, вот так поточить? We've seen it in action against the forbidden practices too many times to deny it.
Я что-то ничего не понимаю, что он там говорит. Так, умение. Во, во, жадная стая. Качаем, да. Вот так-то. Так, на какую кнопку нам это поставить? Жадная стая. Где она? Вот она. Это кто сейчас говорил? На девяточку смотри. Я повелитель крыс. Вот, съешьте противника своего. А я могу их убить? Своих же крыс убил. Гениально. Стой, белая крыса. Я буду питаться ими. Точно, я буду вызывать и питаться. Так, это у меня же полностью прочитать. Оставляю вам экземпляр книги «Древняя музыка», чтобы вы ознакомились с принципами, которые легли в основу новейшей версии устройства Холджера, или шарманки, как его еще называют. Как вы знаете, гармонические колебания, создаваемые по строгим законам математики, лишают силы еретическую магию. Прочитайте книгу и найдите кого-нибудь, на ком мы сможем испытать устройство. Город тонет в пороке и предрассудках, и подыскать подобный экземпляр будет нетрудно. А, это что-то интересное, это придется почитать. Я шучу. Какая магия? Моя магия должна работать всегда. Вы о чем вообще? Вот, видите? Нажали на паузу, а я говорил вам, что могу забыть. Вы куда? А это мои? Или чьи это? Надеюсь, мои. Наверное, пошли кого-то убивать. А здесь нет никого? Что это такое? А, это у меня уже есть. Кого они хотят убить-то, я не пойму. Это не мои. не мои собачки побежали. Так, вылази. Отключаем. Вох! Вох, 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 вох. Во! Надо попробовать. Танцуй, сука, танцуй под мою шарманку. Танцуй, падла. Вот так-то, жри собаку. На! Да я просто некромант, практически. Я пастырь. Я могу вызывать этих людей. Крыс всех подряд могу вызвать. Могу милицию вызвать, могу скорую, кого угодно. Кого вам вызвать, ребят? Оп. Где там лодочник-то у меня? Стоит, ждет вон. Сэмюэль Эль Джексон. Нет, чувак, это не я. Как? Как так? Я думал, он не умирает с высоты. А, отлично. Замечательно. Тогда я в воду наебнусь. В воде-то я не умру. Так, где ты у меня? Самуэль. Привет. Блять. Это, Сэмюэль, я, конечно, понимаю, что ты старый там пес, и ты думаешь, что... Блять. Что все люди старые уже давно и ничего не видят. Но я как бы без тебя справляюсь. Я понимаю, что это ты, я пришел к тебе. У меня на карте маячок был. Я слыхал, что Кэмпбелл купался в роскоши. Может, это и не моего ума дело, но человек веры не должен жить как барон. Все поняли, о чем он сейчас говорит. Да, мы поехали. Да, отвези меня в пюсью яму. Окей, let's go. Как скажете. Ну так все, ребятушки, давайте на этом мы серию закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. А продолжим мы с вами в следующей серии. Костяных амулетов я проебал где-то две штучки. Ой, я неудачника. И монет я мало собрал. Ну что ж теперь. До встречи в следующих сериях, ребятушки. Комментируйте, лайкайте, подписывайтесь, вступайте. Фоловьте, всех жду. Все поняли, к чему относятся эти три слова? Да. Я на вас надеюсь, вы у меня молодцы. Все, всем пока. Нихуя себе!